Есть одна замечательная фраза, с помощью которой можно наладить супружеские отношения и укрепить брак. В основе крепкого брака не только любовь, но и взаимоуважение и забота друг о друге. А проявить заботу о супруге можно с помощью одной простой фразы. «Любимый, как мне сделать твой день лучше?» Эта фраза сразу говорит о ваших чувствах к партнеру, демонстрирует ваше внимательное отношение к нему. Произнося эту фразу, вы предоставляете партнеру возможность открыто выражать свои желания и потребности, что особенно важно на начальном этапе отношений.